похороните его, если. Он нас не похоронил. Опять-таки агро. Да я не знаю, я говорю, я не танк. Ну почти особенно. Не умею я ничего делать, промышлять. Но тем более донов нет еще. Что там промышляет? Дотка, дотка, морг и лужу. Дал слип. Сейчас бурстов чисто с двух ног. Эх. Не пошло, не пошло. А слип не диспадится, да? Понимаю. Диспад. Он как в коше стоит. В гаудже, точнее. А че это слип? Пандовский. А, он физический. Как у Роги. Бопом можно снять. Туре? Сейчас посмотрим. Да. Как и гауш, в принципе. Ваня, что там насчет твоего протовара? Он будет с нами или нет? На Ануба? Пока нет. Да. Он блоковый? Я думаю, потом мне надо будет уже открывать. Нет, ЦЛК выйдет, вообще забьем на этого Ануба. Просто пока надо походить. Ну иди пока трэш чистим. Не заебал, никаких тоже старт. Не на цели, не на цели. Кому там лицо ломает? Петя. Это Петя. Я угадал. Дайте по бухому точно еба. Ни каски, ни кулака. Там крик. Может быть. Ну, не крик, это не было. Да, естественно. Кажется, из-за. Да, сейчас. Из-за моего пиздюка. Уф! Не боль. Кто батя стан протиснет кто-нибудь? Беги, глупец! Сацуна, башпен, где стан? Я в телеграме сидел, писали. Я тебя, Саня, скилловым стал. Блин. Ну, брила. Ревность, она такая.
что это способность делает ревность? Обратно. При каждой автоатаке, вероятно, что тебе пиздец придет. А так как ты бьешь часто, у тебя оно прокает почти со 100% вероятностью. Я рогой здесь просто отваливался по КД. Че, я вам там не понадобился еще? Не, пока Лодюка не надо. Я уйдем. Если Лока не будет... Надеюсь. А ботинки не упали, и все. Самое говнище упало. Ладно, почер ботинки. Главное, что полибарда упала. Да. Я уже предвкушаю. Я уже ОД на грань коплю, если честно. Кто-нибудь знает за жетон воина за пределе гир череп может упасть? Гир нет. Обычка может. Shift левая кнопка или Ctrl левая кнопка покажет, что может упасть. А там плюс 1. Ну кроме 2.5.1, там 2.4.5 потолок. Целка ХМ выйдет, будут гир выборы и всякие черепы. Да, череп хорошая, тринька. Ой, как я долго с ней на рожке ходил. Ну, хотя сейчас очень много альтернативных. Там Толгородка. Как минимум, две Толгородки. Ну, только одну можно в смысле две. Одна с босса, одна пламя? Я имею в виду альтернативных. Одна с босса, одна пламя, рок зверя. Ну, я смотря какой класс. Так половину шмота вообще можно не убивать, а фармить на островах. Так я про это и говорю сейчас. Сейчас урона гораздо больше, если такой урон на X3 был, у меня хорошего урона вообще за... Перезагрузка через 15 минут. Ну не сказал бы, что урона больше, просто его не меньше. Чисто теоретически деву убить еще можно успеть. Так мы деву и будем бить? По-любому? Лока нет. Мы будем без лока бить. Где я? Лёху за сумани, нет? Давай меня сумани, я буду с вами. А ты типа уже из инста вышел, да? Ну, ты ваш пет вдвойне. Тикай. Не, тогда не засумай. Лока нету. Да пойдем так, 9. Тел. У вас урона тут дохнеречь. Давай. Килить будет профи. Не успеем. Будет профи. А, ему же там запы нужны были, нет? Да он успеет прибежать сюда, пока. Запы и мои лику нужны, так что там ему лапы нужны. Там нет. Латные с нее же выпадают такие же предсказки. Брест лок сидит. Че, мне к вам бежать? Майли клад и не носит или что? Не, все, я понял. Я просто не знал, что ладно, я падаю. Все, ладно, бегу через лыжную землю к вам. Да Вадюха, это долго, и может. Мы уже будем сразу пулять. Вот зашли и сразу пульнули. Может добежать сейчас на. И лох так-то еще в инсте. Да, еще минуту ждать, пока Лока выкинет, так что... Все, побежали, сразу бить будем. Ходил за перчатками, перчатки не уходят, все, сорян. Ломали парня. Кольцо тебе, Петя, нужно еще второе РПБшное? Кольцо мне все. А мне тебе, есть. Ваня, нужно кольцо? Кольцо. Да. Ну, тогда Владюха поднаполнил. А мне оно и нахуй не нужно, я же выбил его. Так там два надевается. Два надевается. Так хуя мне два, и там второй кофе, наверное, с Кагорода. А да, если целка да, скоро, то... Если целка скоро, то нахуй вообще какие-то кольца убивать. Ну да, одно за репу, а второе это. За репу, а. Всё. Так, на следующем круге шариков пуляю. Смотрите, они немножко по-другому бьют. Куда тут Петю выносить? Сюда и сюда, да? А как скажешь, так и будет. Все же зависит от того, как ты запулишь. Гафнись там пристала. Что, ну будут так же, как вы. Ну я сайт не могу. Только косты позбивайте. Ну ты главное пули, держи, да? А там будем просто по обе стороны босса выносить и все. По-любому, что мы запу упадут, а вы не взяли. Бо-бо-бо. Тихо, свалюха. Этот, Петя, выдвигай. Я тебе на первую щит закину. Мастерию. Хоть бы вайпнул. Тихо.
Давай там себя ТП сниму. 500. Ближе к нам нужно вынести. В колодец. Да, нормально. Я собью этот каст. Я тебя закинул. Заряд ты закинул. Так я же сказал, что закину на первый щит. Ну, первый щит всегда же под бурсой сливается. Ты мне сейчас въебал 200к урона. Вот просто четверо собачьим. Ну ладно. Ладно. К лавочке вынести. Я на форуме наною так, чтобы вообще просто никуда уходил. Это истерия кинуть очень пизду. Я просто ее в тебя не буду закидывать лично. Ну я всегда же говорю, что не надо. Не, я просто сейчас предупредил уже, я просто думал, ты слышал. Ну ладно. То я отбежал. Да, все в порядке, блядь. Ну что он сырень испортил, а? Ну что такое? Керу дай. Там. Я приходится. Слил. Убьёшь текас, да. Я по-своему немножко делаю будет. Так. Ага. Ну ладно, Саня, вынеси. Ладно. И Джекиса прохильте. И Сосуна. Между двух луж разольется около стеночки. Бык. Бьет? Ладно, не знаю. Сразу бьем. Осторожно, ты. И бежали все. Следующий у нас будет Джекис. Петь, кликай расколы, пожалуйста. Да мне скучно. Я задизмараюсь. Мне нет, блядь. Ну не кликай их нахуй вообще, я задизмараюсь. Пекли снова. Это у Мэйвэн снесён, блядь. Викауса не работает, еще и стерию кидает в брусу. Да, я задизмараюсь. Смотрите, аккуратно подходит, отбегите немножко. Еще отбежали. У меня просто здесь... А, он далеко. Если будет все так херово, там две лужи сзади разбиты, пойдем тебя убивай, если еще раз на него кинем. Он умер, не знаю. Нет, понятно, я имею в виду, лужи не будет так где, Саня, понимаешь? Поглядим, что такое. Ой, мы сейчас от этой просто заберем вообще. Да, да. Чуть назад. Зайдите в купол.
меньше урона будет. Мне есть что можно ждать. У меня, когда я уже бухому закинул, что вы все там говорите, закинул бухому. На прошлый раз. 7 минут. Ну, еще трэш чуть дым. Мало, а, мало, Ира, наверное, нет. Да хватит. Да, нормально. Ну. Сейчас, блин. Санька. Ошибка это была, вылезла. Ну, сейчас страшно, главное говори, я подвел бот. Не выносите так далеко. Бежать не дает. Джекис. Джекис хорош. Ой, не хорош. Ой, не хорош, да. Да, сейчас опасно. Ну, не, не опасно, бурстите. Должны нужно ходить. Очень, ну, далеко было. Лучше изначально. Победите пока. Все, здесь и добьем босса. Убивайте. Припотик зарешил. Меня, я не могу сбить. Алло! У меня же билд такой, ребята, блядь. Так просто скинь. Угон. Вот что за фигня? Это этот релик каждый КД падает. Ну что это? Выбирай шама релик. Не надо, он мне есть. Ну да, расплыл. Ребят, у меня просто здесь не прокачан вот этот талант, и не всегда есть. На этот. Сила руль. Че, удушения не было? Конечно, да. Если показывается, то сейчас, когда, то вот увидишь. А удушение тоже не вариант давать, если он ходит в пеке, потому что, ну, я даю периодически. Короче, уже откуда он здесь? Было 5 секунд, чтобы подойти, да. Пошли их пару чуть раз попить. Ой, что-то, блядь, пошел. Этот, я ж в анходе спеки, получается, Ваня, у меня тут всяких ништячков есть, ну, типа, фита я прожимаю постоянно, чтобы меньше пилить надо было. Вот. Чё тут удушение? Оно действует. Руну. А, блядь, оно крови требует. Вариант тогда. Снизу трэш сагали. Нам в спину бежит. Это мой пиздюк 100%. Репутация зато. Скоро целка, люди еще кару не нафармили, да? Но. У меня маленько осталось. Есть станчик в Марба?
Не, ну чисто в теории смотрителя и гнева должны успеть. А, рано. Я рано должен успеть. Зависит от того, как будем быстро идти. Зависит Ваня, кого ты там? Зависит от того, сколько будет ребута. Да, я думал, должны поставки дать за вот эту фигню, которая была сейчас. Эти мини-игру подкатили, ты шо? Я сегодня два раза половину контрактов прошел, в итоге все два раза меня откатило до начала. Ни одного не засчитало, я такой плюнул потом в ушку. Вы мобов скипнули уже, да? Ну почему мобы побежали здесь? Побежали. Я тут. Лока, главное, захватите с собой. Дайте, где у меня замедляющий? Давай хотя бы. А бить, не бить слабо? Я их замедляю еще что. Там как это замедлять? Скипание, может быть, работает. Кто-то, короче, умирает. А, я не хочу эту ссылку. Блин, ну... Во. Взрывы! Нужно больше взрыва! Печка. Ну ёб твою! Вдвоём давали, да? Тут духи пошли. Потому что дохуя пуда. Могли просто те, кто остаться, люди, снизу, они могли не бежать, мы могли бы ему об этом сказать. Вы тратите свое время сейчас на это. 100 мини-игр, да, да. И давайте бежать ему. Есть нож какой-нибудь? Давай. Давай. Шоколадка бегает. И ключ. А, это шоколадка. Я хотел сказать, я люблю пикник. Мне еще этот надо. Так. Вот именно. Клевать самолет. Ну, я зайду в магазин, смотрю на ценники, зайду без палева, как тот подойдет, я выпаю. Что мне ничего не понравилось. Мари. Финиш. Разъедем. Я помню, короче, прилетели, короче, в Томск. А нам есть, будем в Болгарии. Или будем в Болгарии. Ну, вот будет такая же херня. Почему у нас есть факты надо? Ну, чтоб кто-то побежал. Загрели моба второго. Fight. У меня стало плохо. Я перебил. А вот сейчас мы идем. Finish him. По-любому. Да. Этого моба еще не добили. Ставишь лодку, там сразу смотрим, выйдем. Сыщи. Да, ты.
Ну потом засмотрим. Fight! Жуткое проведение у меня. Все хорошо пойдет. Шаманов рестеров есть? А, у меня декурсив нет, есть. Нет, так он не рест. Не, у тебя нету декурсива. Я через него дисплей. Это херня. Простите, вам. У тебя уклонение 0. Ну, немного, да. Что-то не было. Курса режет. Это курса режет метка. Она не метка. Вероятно, попадание. Да, все правильно. Уклонение не ноль, а мне, в принципе, его немного, потому что там другие статы собраны. А это метка сильная, которой и так нет. Ну, я уже типа собрал. Ну, ладно. Ладно, давайте убьем. Да, их можно не убивать. Их не убивать. Аркан. Аркан это руны, да? Аркан это руны. Да. Ура. Не буду пока забрать. Ну, что в бане был. Не, даже не за это выбить. Хотя, по идее, не надо выбить. Ладно, выбейте лучше. Стой. То есть, ну... Отойди, отойди. Выйдите, я сейчас сам пойду. Ну, сейчас это загрязь, да, он обвязал, я все под сразу. Бля. Не, ничего. Забери с меня эту дрочку. Заберу, заберу. Пока шевы нужны. Дверь. Ну да, да. Могу забрать пока что. Ваня, представишь место, что ты говоришь, что меня походу не забагались. Ну я попробую. У меня тут постоянно багаются. Из-за ЕПГБ на доме. У меня ассиста нет. Я знаю. Купите рыбку. А у нас нет-то. И ВК десятка на следующей неделе когда будет? Я не знаю, Саня, она нужна вообще. Ну, если будет нужна когда-то в четверг, может быть, до основного рейда сделаем.
Либо так, мне потом хоста крит бы плащик пробовать бы. Полутать. На ДЦшнике. Там падает с духом. Не, там тут, короче, я тут сообщался с ДЦшником. 252-м. Вот он все говорит, что но с его К-10 плащик хоста крит лучше. Короче, Майлик, трусы, Санька, луна, краш-тест. Квадрат закрывает, крест закрывает, этот, Джекис. Войд закрывает ромб, и самую дальнюю от ромба. Бухой бегает квадрат-крест в основном. Кики, ромб печенька в основном. Тойо, Кики, ой, Тойо сосуны на подстраховке. Везде. Самый ближний возле босса буду закрывать я руну. Все? Уже будем начать.